Коллеги, у меня для вас сегодня отличная новость. Мы движемся хорошими темпами. У нас готов 10-тысячный сертификат. Да. Откуда он? Он Москва. Москва, да. А мы же недавно только снимали же вот то есть месяц назад. То есть да, получается 7000. Чуть больше месяца и уже еще 3000 сертификатов, да? Ну и как раз Москва. Ну это больше не да, наверное, по моей части. Как раз у нас сейчас проходят регулярные мероприятия, регулярные презентации каждый четверг в различных местах. Время, в принципе, стандартизировано. Чаще всего это с 7 до 9 вечера. Вот, достаточно много потенциальных инвесторов приходит. Вот прям прошлый четверг Сергей Анатольевич проводил данную презентацию. Было много людей, много вопросов интересных. Вот. И, соответственно, я очень рад, что именно 10-тысячный из Москвы, скажем так, из моей отчины. Ну и здесь еще, наверное, про вебинары. Можно сказать, да, мы наконец вышли на регулярную основу. У нас сейчас там 11 вебинаров в неделю. Вот ведет почти 15-16 спикеров, то есть все высокопрофессионально подготовлены. Мы очень интересно сейчас доводим информацию, и количество людей на вебинарах постоянно увеличивается. У нас, наверное, уже порядка 3000 человек в неделю проходит по вебинарам, и эта цифра только растет. Поэтому, и когда это накладывается и вот на конференции, которые идут на регулярной в онлайне, а они сейчас идут уже в нескольких регионах, то, соответственно, эффект это, конечно, дает очень серьезный. Вот. И мы сейчас делаем специализированные такие вебинары, то есть у нас среда – это экономический день, понедельник – это для новичков. И, соответственно, все это расписание мы сейчас рассылаем на регулярной основе по всей нашей базе. Поэтому кто хочет и кто знает, то они все знают информацию о том, какие вебинары, в общем-то, проводятся и делаются. Компания. И сейчас мы готовим еще вот как раз заявки на большой… Да, мы разместили форму заявки. Вообще-то секретный документ, да, передаем кондитеру. Разместили форму, у нас наши все желающие оставляют заявки на нашем ресурсе, именно кто хочет провести презентацию, да, в своем городе. У нас сейчас где-то около 20 заявок есть. Ну, конечно, разноплановые заявки, то есть люди, которые только узнали о проекте, еще немножко не совсем, да, сориентированы. Есть, которых уже в высокой степени готовности, они, ну, хоть завтра приезжай, уже проводи. Сейчас мы согласуем полностью, дадим весь график, мы согласуем с Сергеем Анатольевичем, и уже всем, уже там где-то, ну, практически раз в неделю у нас будет еще плюс по регионам в каком-либо месте, то есть либо это будет суббота, либо пятница, ну там не принципиально, то есть, ну, в таком режиме. И у нас еще интересная такая идея, мы хотим сделать тур для всех наших вообще партнеров, ну, мы условия потом оговорим, отдельно выложим на всех наших ресурсах. То есть в чем будет заключаться тур? Мы хотим пригласить людей в наш офис московский, чтобы они посмотрели, как мы работаем, познакомились с нашими людьми, потому что очень часто только по телефону общаются. А дальше мы поедем в Минск, посмотрим конструкторское бюро, и уже потом поедем в Литву на наш новый полигон. Условия участия мы обязательно все опубликуем для наших людей, в нем прям могут принять участие абсолютно все желающие. Отличная идея. Да, и Карин, как раз по полигону, то есть у нас это ожидается начало строительства, закладка первого камня, вот это будет очень знаковое событие для нас, для всех, мы его, естественно, покажем в онлайн всем, и как раз это будет то, что будет переводить нашу компанию на принципиально новый позицию, когда мы уже, да, приступаем к конкретному строительству, это, конечно, и ответственность на всех будет намного выше, потому что это объем инвестиций, объем работ. Но, с другой стороны, это как раз очень важный вопрос и тот момент, к чему мы все стремились и делались. И в ближайшее время как раз будет очень серьезный анонс этого мероприятия. Вот Антон Львович, наверное, сам все это представит, покажет, но мы это будем готовить и делать. Ждем. Спасибо за встречу, всем хорошего дня. Спасибо.